всем привет. Сегодня приехали на охоту на такое озеро шикарное. Посидеть на уточку, попробовать, может, северная пойдет. Местная болталась, видели, три гоголя было. Тут такой заходик у нас. Сейчас заплывем. Такая Иван стрельба, Васильевич. Что вы забудете обо всем на свете. Ну все, что, плывем, смотрим. Надеюсь, что утка полетит. Да? Да, полетит, полетит. Пора лететь. Ну вот выплыли на большую воду. Вон там на островке мы сядем. Там сел еще один наш товарищ. Такой водоем. Вода чистейшая. Дно видно. Все, сидим, ждем утку. Сейчас покажу, насколько чистая вода здесь, прозрачная. Вот выставили чучела. Все прекрасно. Потанцуем. Теперь бьемся в камыш. И отлично, наверное, да? Ну еще чуть-чуть. Вот так, все, отлично. Смотри, чтобы она... Ну вот так. Как-то так. Косяк сел бы штук 20, да? Пятерочку разрядить, да? Две пятизарядки разрядить. Штук 10. Да хотя под налетел. Но... Да хуй его, вечером может и пойдет. Потемно, да? Ну. Как бы ныряют, сюда ближе подплывали. Сейчас нырнули. Вон он, вижу. Ага, два. Два. Сюда идут, ну. Вижу. Видишь? Вижу. Это крикаш. Крикаш. Бей. Есть. Ну все, первую взяли. Взял на ухо. Пятерочка? Тройка.
Да, он такое расстояние от тройки. Не, чисто тройки надо. Под берегом полностью забыло. А вон уже наш заход, да? Вот она красавица. Летит кря-кря, да? Все прекрасно. Все. Гоголя, гоголя. Гоголя, посети. Посети прям. Гриби, все, просрали мы их. Ну что-то он высоко примерно. Нахуй. Ну. Все, они кружить начали. Не, сначала обнадеживаем. Гоголя, гоголя. Белый гоголь. Крикашка, еще мы расставили, даже крикашка чуть не села. Ну, нет, четко стоят. Да хоть крикаша. Хоть крикаша, хоть одну, но и то уже взяли. Уже практически не зря. Выленившая полностью. Полностью уточка красавица. Ну, что? Ой, живот полностью мало выленивший. Кирпичный. Есть. Вот сейчас как кирпич. Есть. Вот сейчас как кирпич. Живой. Красота. Что ты вот? Надо садиться нахуй. Серый. Ох, красивый какой. Ну-ка, да. Селезень серый утки. Красивый какой. Ну, серый. Садку надо давать. Все, чего я делаю. Бьем. Бей. Круто, Витя, круто, круто. Снайпер, блядь. Он назад, нахуй, еще хочет. Да, круто. Я уже зря, конечно, стрелял, я далеко уже был. Два гоголя крякали.
вот так летели. Какой звук пошел, да? Кто-то убегает, бля. Хуй, убежал. Пошли, выплываем. Одного только. Выплываем одного. Гоголь уже на той стороне, нахуй. Иртышан, нахуй. Они как выставили все лапы. Надо было дожидаться, когда сянут. Да как они нихуя не садятся, не хотели. Да как не хотели? Они пошли на взлет, нахуй. Они садились. Все, они убежали. Нет, вон они. На дядю Андрея пошли. Вон, 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 вон. Вот, я говорю, он на него вышел. Но. Так, этот нырнул один, а где еще один? Нырнул я. А этот один на него ушел. Не, не. Да-да. Здесь еще один был. Сейчас этот вынырнет, я его добью. Подожди, это далеко. Подожди. Бей. Близко взял. Бей, сейчас тут плывет. Вон пошел прямо. На этот вот дробь пошел. Влево, влево пошел. Сейчас вот прямо перед нами. Пузырьки. А, вот. Вот это что? Да, тут здесь смотри. А, вон. Туда вон, пошел. Да? Тут помельче, наверное. Чё, сейчас мы его в камыши загоним. Где он идет? Не видишь? Есть! 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 Все, в голову четко. Прям одна дробина зашла. Тоже высоко взял. Ну, болтай. Чё, дядя Андрей, ты взял чё?
на нас сел, мы две пятизарядки разрядили. Одного вот взяли, видишь? Вообще прекрасно, наверное. Ну вот мы выплыли, все, стемнело. Поохотились, добыли три штучки. Таких красотки. Одна криковая. И две вот таких. Серенькая вроде и вроде гоголь. Все, поймали рыбки. Жарим рыбку. Лизуну. Костерчик у нас. Иван Васильевич кухней заведует. Все. Вот так. Вот такая получилась вечерка. Кому понравилось, ставим класс, подписываемся. Все, всем до встречи. Всем пока. В большом количестве масла, карась, да. Свежепойманный, да. С мукой, с солью, с перчиком, с запахом нового прекрасного водоема. Да, озеро, кстати, озеро вообще нормальное. Если сюда вот так пораньше приезжать, когда местные больше, да, да, когда будет местные. Нормально, будет нормально.